Сейчас мы с вами поговорим о пост-шоу проекта «Холостяк. Как выйти замуж» на телеканале СТБ. А я напоминаю, что вы на канале разборов анонсов, обзоров телепередач, который имеет название «Оксана Гетман. Телеклуб». Подписывайтесь. И как всегда, прошу вас написать мне, какая из холостячек вам нравится больше всего, за кого вы болеете. Не изменились ли у вас предпочтения? В начале последнего выпуска девочек протестировали, они выбирали самые благоприятные критерии для первого поцелуя. И многие выбрали критерий «безопасность», чтобы они доверяли партнеру и чувствовали себя защищенными, чувствовали себя в безопасности. Джессике хватит и полчаса, чтобы определить, проявляет ли человек заботу по отношению к ней, и определиться, будет ли она с ним целоваться или нет. Всего лишь полчаса. Очень смешно Розалива воровала у Джессики ее картинку с поцелуйчиками, аргументируя это тем: «О, у тебя и так было много поцелуев, сворую у тебя хотя бы картинку». Также Джессика заявила о том, что она не собиралась, не собирается заниматься интимом на проекте. В реальной жизни возможно, но не тогда, когда у молодого человека такой огромный выбор. И я думаю, это правильно. Где-то в глубине души я тоже считаю, что мужчина должен быть голодный, а не разбалован женским вниманием. А вы как? В этом выпуске мы поговорили о Джессике, а в следующем о других девочках. А вы мне напишите в комментариях, какая холостячка вам нравится больше всего. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!